slowly open your eyes and pray gratitude to everyone and everything around you. Плавно и медленно откройте глаза и выразите благодарность всем и всему, что находится рядом с вами. Namaste to you all. Я приветствую вас всех. And I congratulate those who have been taking part for today, first day of Pitrupaksha. И я поздравляю тех, кто принял участие в сегодняшнем первом дне Питрупакши. It's the first step towards cleaning the roots. Это первый шаг, который вы делаете к тому, чтобы очистить корни своей семьи. Normally, in the Western world, it is not so much important. Обычно в западном мире этому не придают большого значения. But in this country, we understand. Но в нашей стране мы понимаем. If you keep giving water to each and every leaves of the tree. Что если вы будете поливать каждый листик на дереве. The tree will cannot stay healthy. То тогда дерево не сможет быть здоровым. If you take care of each and every leaves. И вы будете заботиться о каждом листике, который есть на дереве, the tree cannot be healthy. То тогда дерево будет болеть. But in the same time, одновременно с этим, if you take care of the roots of the tree, если вы будете заботиться о корнях дерева, if you give enough water, minerals, manure to the roots of the tree, если вы будете давать корням достаточное количество воды, питания, минералов и других веществ, then definitely the tree can be healthy. То тогда дерево будет здоровым. Self-centered life is good in some means. В каком-то смысле центрированная на себе жизнь, она хороша. If you are alone, если вы живете одни, and you are only responsible for yourself, и вы отвечаете только за себя, of course you have less problems, less responsibilities. Конечно, у вас меньше проблем и меньше обязанностей. But then you will also not get additional support, which you can get from others. Но тогда вы также не будете получать дополнительной поддержки, которая приходит от других людей. The community, the society means only one thing. Комьюнити или общество означает одно. When we are ready to help each other. Когда мы готовы помогать друг другу. When you are ready to be responsible for yourself. Когда вы готовы отвечать за себя и за других. So that's why in this tradition. И поэтому в нашей традиции. Even in small cultural things. Даже в маленьких культурологических вопросах. The connection with animals, the connection with nature is being involved. Связь с животным миром и связь с природой, она всегда присутствует. Like in morning, a person wakes up. Например, утром человек просыпается. He goes and does his brush and takes showers. Он идет, принимает душ, умывается, чистит зубы. You know first thing what you do? Знаете, что первое он делает? He take water and go and offer to the sun. Он берет воду, идет и предлагает ее солнцу. When he is offering the water to the sun, he is directly connecting with the sun. И когда человек предлагает воду солнцу, он напрямую соединяется с солнцем. And what is sun in your body? А что есть солнце в вашем теле? Your buddhi, your brain. Это ваш мозг, ваш будхи, ваш интеллект. If your intellect is clean, если ваш разум чист and in harmony with the nature, и находится в гармонии с природой, no chance of depression. То тогда у вас нет шансов впасть в депрессию. That depression is happening only when sun is not there in your brain. Депрессия происходит тогда, когда ваш мозг не связан с солнцем. So the connection with sun from very first day, very first thing in the morning. Это первое, что люди делают утром, они соединяются с солнцем. Second thing what you do? Что делают дальше? They take water and offer to Tulsi. Они набирают воду и предлагают ее Тулси. Tulsi is called the mother of all medicines. Тулси это мать всех растений медицинских. This plant gives 24/7 oxygen. Sorry. 24/7 it gives oxygen. Это растение 24 часа в сутки дает кислород. There are mainly two plants. Есть два растения. One is called people. Которое одно называется people. And another is tulsi. А другое это тулси. They give 24/7 oxygen. И они дают кислород только 24 часа. But people is a very big tree. You cannot put inside the house.
Но пипал — это очень большое дерево, и вы не можете взять его домой. And its leaves makes too much sound, so you cannot sleep when it's around. И его листья производят очень много звуков, поэтому спать с ним рядом невозможно. That's why some people in this country think that the ghost lives on the peepal tree. И поэтому люди в нашей стране думают, что на этом дереве живут духи. Because in night, if you will sleep under the peepal tree. Потому что если вы будете ночью спать под этим деревом, you will feel all night that somebody is climbing and walking and jumping. Вам все время будет казаться, что кто-то вокруг ходит, бегает или прыгает. So that's why some people think the ghost lives over there. Поэтому некоторые люди думают, что там живут духи, но их там нет. The ghost cannot even climb on the peepal tree. It's that positive it is. Это дерево настолько положительное, что духи даже забраться на него не могут. So there are two trees, Tulsi and peepal. А есть два дерева, тулси и пипал. We cannot bring inside the house, so we brought tulsi. И поскольку дерево пипал очень большое, его нельзя принести домой, мы берем домой тулси. Might be you have seen here in the culture of this area. И, возможно, вы видели в окружающих домах здесь. Outside the house they make one stupa type thing, and there is a tulsi plant inside this. А во дворе делают что-то наподобие ступы, и там растет деревце. Even those who became Christian from Hindus. И даже те люди, которые поменяли веру с индуизма на христианство, они ставят там крест на том же месте, где раньше был туласи. Потому что когда они убирают туласи, они чувствуют пустоту. Они поменяли религию, они стали христианами. Но они не могут заполнить эту пустоту. И они стараются ее заполнить тем, что ставят крест на том же месте. Нигде больше в мире вы не найдете ни у каких христиан вот таких вот крестов во дворе. И 2-3 поколения назад эти люди были индуистами, и только сейчас они стали христианами. И тулси — это мать всех медицинских растений. When you give water to the tulsi, когда вы поливаете тулси, it naturally improves your health. Это естественным образом улучшает Because ваше здоровье. At the conscious level you are harmonizing with Потому the что на сознательном immunity, уровне power of immunity. Вы гармонизируете с силой иммунитета. Tulsi has a soul of immunity. А у тулси душа иммунитета, иммунной системы. Wisdom. Мудрость from sun, от солнца, immunity, иммунитет from the от тулси. And then you go and burn a candle. А затем вы идете и зажигаете лампаду in front of your altar, gods, перед вашим алтарем, перед изображением богов. Use only cow's ghee. Используйте только коровье масло ghee. The experiment has made that when you burn the cow's ghee, it doesn't produce harmful gases. И был проведен эксперимент, в ходе которого доказали, что когда горит коровье масло ги, оно не производит вредных газов. А what что есть fire? Огонь? Что это? It's not shaitan as per the Quran, you know. In Quran and Bible says that Lucifer is fire. Не шайтан, как написано в Коране или Библии, где говорится, что Люцифер — это огонь. If shaitan is fire, если шайтан — это огонь, then I'm sorry, all humans should die. И тогда мне жаль, но все человечество должно умереть, потому что мы берем огонь от солнца. И благодаря этому земля крутится. А если нет огня, вы даже еду есть не сможете. So, those who are afraid of Satan, и те, кто боятся шайтана и огня, leave the fire also. Оставьте тогда огонь просто, не then используйте then его. I will see how your life is. И я посмотрю, как вы будете жить. So, fire, огонь. Fire is a mediator. Это медиатор, проводник. Mediator between this world and the another world. Медиатор между этим миром и другим миром. It keeps us connecting that we are not only this. Он позволяет нам соединиться и понять, что мы не есть только вот это измерение. We are here just for a time pass experience. Мы находимся здесь просто для получения опыта на определенное время. See fire how it goes. Смотрите, как горит огонь. That it's from form it's disforming. Он из формы становится бесформенным. So you are also now you are in form and you have to get deformed. Сейчас вы также находитесь в форме, и потом вы должны потерять свою форму. Even in the Vedas the
one of the places that God says, I eat through the fire. И даже в одном месте в Ведах Господь говорит, что я ем посредством огня. And fire has a property to clean. И огонь имеет очищающие свойства. It cleans the impurities and the things separately. Он очищает вещи и не совершенство, загрязнение. If you take impure gold and put into the fire, если вы возьмете загрязненное золото и положите его в огонь, it will remove the impure gold from it. Огонь очистит золото от загрязнения. Make it separate. Okay, this is separate. И тогда субстанция разделится. When you put iron into the fire, когда вы кладете железо в огонь, anything он очищает you make его. Into the fire, it makes it pure. Все, что вы кладете в огонь, очищается. That's why in this culture we put body also. Dead body also into the и поэтому в нашей культуре даже мертвое тело мы кладем в огонь. So this body also get transformed. Чтобы это тело также смогло трансформироваться. And transformed to what? Трансформировалось to во что? All the five element, five tattvas. Распалось from where the на пять татв, на пять элементов, из которых состоит тело. That's why burning is the fastest process to dissolve the body into the five elements. И поэтому огонь это самый быстрый способ растворить тело на пять элементов. So in this country we have made an inner research very deeply. И в нашей стране мы проводили очень глубокие эксперименты. And we found. И мы обнаружили, that human is not only one. Что человек это не просто одно существо. What you see, the creatures from your eyes are not the only creatures. Все, что вы видите своими глазами, это не все. Like Christianity does not believe in Atma, does not believe in last life, next life. Христианство не верит в Атму, христианство не верит в будущее и прошлые жизни. Same Islam also does not. И также не верит Ислам. But I ask them simple question. Но я задаю им простой вопрос. If there is no past karma, если нету прошлой кармы, if there is no past life, если нету прошлой жизни, just give me answer for only ответьте one мне только на один вопрос. If you answer me, если вы ответите мне, second day I am Islamic, I become Muslim. Тогда я готов принять ислам. If you not answer me, you have to become Hindu. Если вы мне не сможете ответить, тогда вы должны будете стать хинду. Если вы есть у вас уверенность, приходите ко мне. The question is, и вопрос, который я задаю, if there is no past life, если нету прошлых жизней, and if there is no future life, и нету будущих жизней, then why a child is born in a house of a Ambani or Bill Gates or somebody like who's super rich? И тогда почему какие-то дети рождаются в очень богатых семьях, например, как Билл Гейтс? And why a child is born in such a poor house that even his mother betrays him? А почему другие дети рождаются в очень бедных семьях, в семьях, где даже их собственная мать отказывается от них? И эти дети выбрасываются туда, где о них никто не заботится. If you say it's a wish of God, если вы мне скажете, что в этом желание Бога, then I am happy that I don't believe on your God. Тогда я буду счастлив, что я не верю в вашего Бога. Because such a person should not be a God. Потому что такая личность не должна быть Богом. Это избирательный подход. Somebody is doing good thing, somebody is doing bad thing without any reason. So what could be more stupid than this God? Кто-то кому-то он относится хорошо, кому-то плохо. Как Господь может быть таким глупым? The God cannot do this. Господь не может этого делать. It's out of the hand of the God. Это не в руках Бога. It's your own karmas from the past life which is bringing you. Это ваша карма из прошлых жизней, которая приводит к таким результатам. And in this life, what you do? И что вы делаете в этой жизни, вы отрабатываете ее. Like one of my Islamic friend came. Один из моих друзей мусульман приходил ко мне. And I was having a conversation with him. И я разговаривал с ним. I said, why I should be. И я спросил, почему я должен верить в ислам. He said, if you are not Islamic, you will not go to Jannah. И он сказал, если ты не являешься мусульманином, ты не отправишься в Джаннат. I said, what is there in Jannah? А я спросил, что там в Джаннате такого? He says, there is a fountain of wines and champagnes. Он сказал, там фонтаны вина и шампанского. And every man will get 72 women. И каждый мужчина получает 72 женщины.
I said, first thing, champagne and wine is not tasty at all for me. И я сказал, что, во-первых, вино и шампанское невкусны для меня, и даже здесь я их не пью. And if it is about 72, а если вы говорите мне о 72 женщинах, I think I have crossed the limit of your God also. Я думаю, что я перешагнул уже лимит вашего Бога so тоже. I have nothing to provoke Поэтому to your jannat in me. Ничто в вашем джаннате не привлекает меня. For me, your jannat is useless. Для меня он просто бесполезен. If you are so kindergarten, если вы находитесь на уровне детского сада, that you cannot, some food is attracting you. Что вас привлекает какая-то okay, what еда, a woman will get there? А что женщина там получит, вопрос? Will she get 72 men? Она получит 72 мужчины? No, they don't say. Нет, об этом они не говорят. Women will not get 72 men. Женщина не получит 72 мужчины. А почему мужчина получит 72 женщины? If your God is doing a partiality all the time between man and a woman and a right or a wrong, I am sorry. He's just a bureaucrat. He's just a politician. He's И not если a ваш Господь делает разделение по принципу пола или на делит что-то на хорошее и плохое, то он просто политик-манипулятор и ничто больше. I'm more good manipulator than him. Я могу манипулировать лучше, чем он. So what you need to do is you need to understand that you are not alone here. И что вам нужно понять? Вам нужно понять, что здесь вы не одни. You had a family. У вас есть семья. You have a family. У вас она есть. Like I said yesterday. Вчера я говорил вам. Somebody is there on your nose. Что кто-то может находиться в вашем Maybe носу. That person was alive 10 generations before. Возможно, этот человек был жив 10 Somebody поколений still назад. Alive as a form of your ear. Кто-то живет в форме ваших ушей. Maybe that person was 20 generations before. Возможно, этот человек жил 20 поколений They назад. Are still alive genetically in you. Генетически они до сих пор живы в вас. So genetically they are alive. Они генетически живы. But they also had soul. Но у них также была душа. Where did this soul go? А куда эта душа уходит? It's nothing, it's here. Она здесь. If you will go on internet. И если вы откроете интернет and collect the data, и соберете данные, that the where people claim about the hunting areas or hunted places or wounded places, you will find more than India in Europe and in America and Australia, they have more hunted places than India. И если вы почитаете о проклятых местах, о местах, в которых люди верят, что там живут духи или привидения, вы увидите, что в других странах, в Америке, в Европе, в Австралии, этих мест намного больше, чем в Индии. Many people see them. И очень многие люди об этом пишут и говорят. I have a hobby. У меня есть хобби. When I go, когда I call it hobby because for me it's not bad thing. Huh? Я называю это хобби, потому что для меня в этом нет ничего плохого. Whenever I go to some city, whenever I go to some country. Когда я еду в какую-то страну или в какой-то only город. One thing I am interested to watch. И я всегда интересуюсь одним вопросом. That's the cremation, that's the how you say graveyards of this. Это кладбище или зона кремации. I have seen any city I have visited in my life. В каждом городе, куда я ездил, я всегда ходил на кладбище. And you know, sometimes I'm so surprised. Like more the area people living, more than that there is a graveyard, so big. И я всегда удивляюсь тому, что чем больше людей живут в городе, тем больше территорию занимает кладбище. Like in there is one place in Kaliningrad, you walk, you can walk for hours. And есть so одно many... место в Калининграде, там настолько огромное кладбище, что там можно ходить часами. Same is next to the St. Also. И также есть под Санкт-Петербургом. And there's more places in Bulgaria also, I found same. И в Болгарии есть и в других странах. If everything is finished, если все закончилось, why are you putting these stones and making this all? То зачем тогда вы делаете вот эти камни и вот это все? What is at all the reason for it? В чем причина этого? Зачем это? It means somewhere inside. Это означает, что где-то в глубине. You still believe that the person is existing in some dimension. Вы верите в то, что этот человек существует в каком-то измерении. Otherwise, you will not do anything. В противном случае вы бы ничего не делали. Умер человек и все на этом. It means internally, no matter what your beliefs are, what your faiths are, internally you are believing that the person is still alive in some another dimension. И как бы вы ни верили и каких убеждений вы бы не придерживались, это говорит о том, что в глубине вы верите, что человек существует в каком-либо измерении до сих пор. How you pray over there? А как вы молитесь там? Wherever you are, I feel that you are hearing me. Где бы ты ни был, я знаю, что ты слышишь меня.
That's how you pray over there, no? Это так люди молятся там. Your father, grandfather, whoever. Ваши отцы, ваши дедушки и предки. So you feel like he's existing in some dimension. Вы чувствуете, что они где-то присутствуют. We are just doing ritual for this. That's all. Nothing special. А мы делаем просто ритуалы для них, ничего особенного. You also believe that it is existing in some dimension. We know that it is existing. Вы думаете, что вы чувствуете их присутствие в каком-либо измерении, а мы знаем, что они присутствуют в определенных измерениях. And that's why we know that we can also get blessings from there, и and знаем, we can also supply some support to them. Знаем, что мы от них можем получить определенные благословения, мы знаем, что мы можем им что-то предложить, и они нам помогут. Everybody was not a wise person in your family, that you also believe and I also believe. Я верю, и вы верите в то, что не все люди в нашей семье были мудрыми. Because right now also you can see everybody's not wise. Потому что и сейчас мы видим, что не все мудрые отнюдь. Some are wise and some are fools. Некоторые мудрые, а некоторые дураки. So like this it was before also. И раньше было так же. So we do these rituals to get the blessing of the wise souls. И мы делаем эти ритуалы для того, чтобы получить благословение мудрых душ. And to help the souls who could not help themselves. И помочь тем душам, которые не могли себе помочь сами. So we pray like you see. И мы молимся. Сегодня мы делали санкальпу. Like if they're stuck in some place. Если эти люди застряли где-то. Ghost life, если они застряли life, в жизни привидения или животного или какой-то еще форме, мы отправляем им энергию, и мы просим Бога, чтобы Бог им помогал. Если вы моете посуду, и вода, и исток забился, это говорит о том, что что-то застряло в трубе, и вода не уходит. Until this thing is not cleaned, и до тех пор, пока вы не прочистите сток, water will not move smoothly. Вода не будет вытекать. If your life is feeling like something is stuck in your life, и если вы чувствуете, что в вашей жизни какой-то блок, it means your drainage, это означает, что ваша сливная труба has choked, она засорена. Because of some member who left his body in his life. Из-за кого-то, кто покинул свое тело до вас. So need to help, clean. Поэтому нужно помочь, прочистить и наслаждаться. We do our job. That's мы делаем all. Нашу работу, все на этом. What happened, what will not happen, что случится, что не случится, это не наши проблемы. Our job is to help. Наша работа состоит в том, чтобы and помогать. It should be your nature. И в этом должна быть ваша природа. I every time do shraddhas. Каждый раз, когда я делаю шрад, for a lot of the people whom I don't know. Для очень многого количества людей, которых я даже не знаю. Every year I do more than for 1,000 people some kind of shraddha. Каждый год я делаю для более тысячи людей, которых я даже не знаю. I also do for those people whom I don't know, like. For everybody. There, in last, you remember, I said, like, do it for everybody. И я делаю это для всех, вне зависимости от того, знаю я их или нет. Помните, я вам в конце сказал, мы делаем для всех. Чтобы в вашем сердце пробудилось какое-то хорошее чувство. И вот это очень важно. Your children you can feed. Своих детей вы можете кормить. That is not some big thing you are doing. Это не какое-то большое дело, которое but вы делаете. When you are ready to share your food with others, children. Но also, когда вы готовы делиться своей едой с другими детьми тоже, it gives you more blessing. То тогда это дает вам больше благости. It brings more positive energy. И это привносит больше позитивной энергии. So cheap, everything is so cheap. It's not expensive. И это на самом деле здесь все дешево, и это не какой-то дорогой ритуал. I even says that if somebody is not having money for, take money from me and do it. И я даже сказал, что если у кого-то нету денег, я вам дам денег, и вы это сделаете. Just do. Просто сделайте, это очень it важно. Это поможет вам. I can do for you. Я могу сделать для вас. But I want you to do. Но я хочу, чтобы вы делали сами. So you can get direct benefit of. Чтобы вы могли получить двойную выгоду. Rules are so many. Правил очень много. That we cannot follow all the rules. Что мы не можем действовать it's в соответствии со всеми no правилами. No need to worry that you made it into the east or west or south or west. More important is you are sitting for doing.
Не важно, как лицо в какую сторону вы сели. Самое важное, что вы это делаете. You see, you need to have janeu, then it should be on the shoulder on the right, then it should be on the neck, and then it should go to the left. И правила говорят, что сначала ткань должна быть накинута на одно плечо, потом вокруг шеи, потом на другое плечо. Or you should have this janeu, like thread of kind of thing. Или у вас должен быть вот этот шнурок. When you are making for devtas, it should be on right. Который, когда вы делаете для богов, должен быть на правом When плече. When you are making for rishis, it should be on the neck. Когда round. Вы делаете для мудрецов, он должен быть вокруг шеи. When you are doing for your pitras, it should be on the когда left. Когда вы делаете для предков, он должен быть на левом плече. It should have three threads. А он должен состоять из трех One ниток. One is for matra pita, like your father's Один parents. Один для ваших родителей. Second is for the master and third is for the god. А второй для вашего учителя, и третий для Бога. But these are rules. Но это правила. I'm not pushing you into the rules. Я не толкаю вас в соблюдение всех правил. I just want you to catch the feeling. Я просто хочу, чтобы вы прочувствовали это. Doing is important. Важно то, что вы делаете. Some people can say he did wrong, he did right. Некоторые люди будут говорить, он неправильно делает или она сделала что-то не так. For me, the important thing is you are sitting for Your family roots. Для меня важно то, что вы сидите и делаете что-то для своих you предков. Took out some time from your life вы забираете определенное время из своей жизни, at least mentally get connected. Чтобы хотя бы ментально соединиться с ними. Это очень важно. This feeling is very important. И вот это чувство, оно очень важно. This feeling is very important that you are not alone on the earth. There is a whole huge family supporting you. И очень важно понять, что вы в этом мире не одни, за вами стоит огромная семья, которая They're поддерживает all the time вас. With you, all the time они постоянно с вами, они постоянно вам помогают. You do it, you don't do it. Делаете вы это, не делаете, это не важно. Every family has some souls. В каждой семье есть души. Who are divine souls? Every family has. Святые души есть в каждой семье. It's not only my family has or your family don't не, have. Every family in the world has some divine souls. Или in в моей, в любой семье есть святые души. And that's why we say that we are doing this. И поэтому мы говорим, что мы делаем это. And when we are chanting this gotras, those people who don't know the gotras, though the Kashyap Rishi is the gotra, the Kashyap Rishi is in the root of all the families. И поэтому, когда мы не знаем готру какого-либо человека, мы называем Кашьяп готру, а Кашьяп это тот, кто стоит у истоков всего человечества. We all humans are born from him. И все люди родились от него, те люди, которые живут сейчас. So at least if we go, he was there in the root, was a divine soul. Если мы посмотрим в корень, то он стоит в корне всех наших семей, как святая душа. И это спасает вас от всего того, что вносит беспокойство в вашу жизнь. Делайте в следующий раз эксперимент. Когда вы чувствуете себя грустным или одиноким, просто вспомните о корнях своей семьи. Your grandmother, your grandfather. Those who you have seen or those who you have not seen also. Тех, кого вы видели или тех, кого вы никогда не видели. And feel like they are hugging. И почувствуйте, как будто они обнимают вас. Like this the depression will go. И вот таким способом депрессия вас you will покинет. You feel this. I really was. Sometimes people feel bitter. Why you walk all the time like king or like? И вы почувствуете somewhere. Это, потому что некоторые люди меня спрашивают, Митра, почему ты ходишь как король? I said I have a big army behind me. Я говорю, за мной стоит большая армия. It's a big. I see all the time this support from all dimensions. Я чувствую, я вижу эту поддержку из всех измерений. That's why I'm not afraid of anything. И поэтому я ничего не боюсь. I see against the religion. I see against the politics. Я говорю против религии, против политики, против чего угодно. You can just kill my body. That's all. Nothing more than that. Все, что может случиться, это кто-то может убить мое тело. Все. Important thing for me is people understand they are not alone. И для меня важно, чтобы люди поняли, что они не одни. You are not the only one creature in this dimension. И вы не одно единственное существо в этом измерении. There are different dimensions who are supporting you. Существуют разные измерения, которые вас поддерживают постоянно. And once you start to get connected to this, и когда вы начнете с ними соединяться, you will feel so powerful yourself. Вы почувствуете себя очень сильным. You, like. Why you have back pain? Почему у вас болит спина, например? Because nobody is there on your back.
Потому что нету никого, кто бы вас поддерживал. To support you. Don't worry, I am back of you. Кто бы сказал, не волнуйся, я стою за тобой. When you do these rituals, и когда вы выполняете эти ритуалы, you start to get this back support. Вы начинаете получать эту поддержку от вашей семьи. Don't worry. Не волнуйтесь, мы здесь, мы с тобой. Be by yourself. Будь собой. We are always on your side. Мы всегда за тебя. Taking care of you. Мы всегда заботимся о тебе. It's not just blah-blah-blah. Это не просто слова. You will feel this in life. Вы будете это чувствовать в своей жизни. If you just start to connect. Если вы начнете соединяться с ними. In this country they started a tradition. В нашей стране есть традиция. That every family has their kul devtas. Что в каждой семье есть кул девта. Like every family. В каждой семье. Had their like a small god or goddesses. Есть божество, бог или богиня. Who they pray. Которому молятся люди этой семьи. Actually, there are yoginis and yakshinis. Есть йогини и якшини. Who have been directly connected with some families and many families. Которые напрямую связаны с определенными семьями. First is the family chain. Первым идет семейная цепь. And this whole family is being supported by some local goddesses in your area. И вот эта семья, она изначально поддерживалась какой-то из местных богинь того места, где жили люди. Like the part of Russia. Например, часть России. Especially the Urals and that side of the Ural, the western of west of Urals. И на запад от Уральских гор. That part is strongly connected with Mara. Эта часть очень сильно связана с Марой. The goddess Mara. Богиня Мара. Is very strongly connected there. Очень сильно связана с этой местностью. And if you are in that whole area, you can just feel her like this. И если вы находитесь в этой зоне, вы можете почувствовать ее очень легко. But if you don't know also, но даже если вы не знаете, you don't know the name, вы не знаете имя, вы не знаете, как зовут местных божеств, just the place you was born, that's the place where you live, просто место, где вы родились, место, где вы живете, there have a Chetrapal. У них в этих местах есть Chetrapal. It's called local god. Это так называется местный бог. Involve him also. Включайте его также in your, connection. В вашу связь с семьей. How to do it? Very simple. Это делается очень просто. Make two ladus. Сделайте два ладу. Why ladu? Почему ладу? Why not burfi? Почему не бурфи? Why not something else? Why Почему ладу? Не что-то еще? Почему мы делаем ладу? Ladu is round. Ладу круглые. And not have any corner and edge. У них нет углов и острых концов. When there is no corner and no edge, no negative energy is there. И когда нет углов и острых концов, тогда ни к чему не может прицепиться негативная энергия. Because of the round shape. И благодаря вот этой круглой форме. It's absolutely positive. Она абсолютно позитивна. And that's why the ladus are being offered to the gods. И поэтому ладу предлагаются божествам, предкам. Питра. При этом духом. Дух и питр. Питр это предки. И предкам. So, this has been offered to everyone. Они предлагаются всем. So, take two ladus. Возьмите два ладу. Wherever you are living. И где бы вы ни жили. See around any big tree of this area. Найдите в этой области большое дерево. Which is close to your house. Которое рядом с вашим домом. Or when you, whenever you go and live in some new area. Или если вы пойдете жить куда-то в другое место. Just see any big tree. Просто найдите большое дерево там. And take these two ladus and put away. А возьмите два ладу и положите их туда. And go to say that I have come to live in this area. И подойдите и скажите, что я пришел жить в этом месте. I offer my offering to the local god. Я делаю свое подношение местным божествам. Please make my living here blissful, joyful and pleasurable. Пожалуйста, помогите мне жить здесь счастливо, радостно и в гармонии. That's all. Nothing has to и все, больше вам ничего не нужно делать. Simple, two ladus. Это очень просто, всего and два ладу. Make a joyful life. И вы будете жить радостной жизнью. If you don't have, you can take ladu from me, yeah? Just do если it. У вас нету, я вам дам ладу, просто возьмите и сделайте это. It's very important. Это очень важно. So in this country they understood that
when person leaves the body, и в нашей стране люди поняли, что когда человек покидает тело, he cannot do anything by himself. Он не может ничего делать сам. Till you will not remember about him, до тех пор, пока вы не вспомните про него, he will not come out from his chain. Он не сможет выйти из своей цепочки. You know what is hell? Вы знаете, что есть ад? Huh? Знаете? I can show you people living here in the hell. Я могу показать вам даже здесь людей, которые живут в аду. When your brain is stuck, когда ваш мозг застрял in a sin or a guilt, в грехе или в вине, you are in hell. Вы находитесь в аду. And only Christians go to hell. И только христиане попадают в ад. Only Christians will go to hell. Только христиане отправятся в ад. Hindu will go to narkas. А хинду отправятся в нарку. And this Muslims will go to dojak. А мусульмане отправятся в доджак. There is a separate arrangement, for everybody. Есть там для каждого уготовано определенное место. Those who are coming to me, they will not go anywhere. Но те, которые приходят ко мне, они никуда не отправятся. Because I will make you so tricky that even you can trick the hell. Потому что я вас научу быть такими хитрыми, что вы сможете обмануть даже ад. If you do not have a sin and guilt, если у вас нету чувства греха или чувства вины, hell do not have a power to hold you. То тогда ад не сможет вас удержать. If you do not have a sin and guilt, если у вас нет чувства вины и грехов, much more weaker than you. То тогда ваш ад, он намного слабее, чем вы сами. You can break them anytime and be out of it. Вы можете его преодолеть в любой момент и выйти из него. Maybe you will not even go there. Возможно, вы даже не попадете туда. So, most important thing is, поэтому очень важно understand, понять, Christianity is very clever. Христианство, они очень умные люди. It's not created by God. Оно не создано Богом. It's created by Lucifer. Оно создано Люцифером. It's created by Shaitan. Оно создано Шайтаном. Otherwise, why so much power on sin and guilt? В противном случае, почему они постоянно говорят о грехе и о вине? Why are you even talking about it? Почему об этом нужно говорить? There was a man. Жил один человек. He did lot of seva to our master. Который очень много служил нашему учителю. And master was very happy from it. И учитель был счастлив его служением. And he was going away from master, so master said that I give you one mantra. И он уходил от учителя, и учитель сказал: "Я дам тебе одну мантру". If you chant this mantra for 21 days, если ты будешь читать эту мантру 21 день, you can get what you want. То тогда ты сможешь получить все, что ты but хочешь. But there is one thing, you have to be careful. Но есть одно условие, ты должен быть осторожным. When you are chanting this mantra, когда ты читаешь эту мантру, you should not have a dog in your heart. Ты не должен думать о собаке. He said, I never think about dog. Он сказал, ну я никогда не думаю о собаках. I don't even have a dog. У меня даже нет собаки. So why I should worry? Почему мне нужно волноваться? He just take a mantra and go. Он взял мантру и ушел. And started to chant. И начал читать. And he closed his eyes and он dog закрывает глаза, и перед его взглядом стоит собака. And after a little time, he even started to hear the barking of dogs. И через какое-то время он даже начал слышать, как собака лает. It was becoming more and more difficult for him to chant. Для него становилось все сложнее и сложнее читать мантру. By the end of one or two days, и к концу одного или двух дней, he was only hearing the barking of dogs. He could not repeat the mantra at all. Он слышал только лай собаки, и он не мог повторять мантру. So what is happening actually? И что происходит? If the thought если мысль помещена в вашу голову любым способом, your brain will somehow create it. То ваш мозг тогда ее воссоздаст. He says, don't think about dog. Он будет говорить, не думай о собаке. So he will think about dog. И он будет думать о собаке. All Christianity is saying, you are made of sin. И все христианство говорит, что вы плод греха. You are doing sins in your life. You are doing, you have to be guilty for it. Вы грешите в вашей жизни, вы должны чувствовать себя виноватыми. Ten times in a day you forgive me for my bad things. И десять раз в день вы просите прощения за свои ошибки и грехи. Absolutely.
Мне жаль. You are making sure that you will go to hell. Вы делаете все для того, чтобы отправиться в ад. More time you are praying, more time you are making sure that you will go to Чем больше вы молитесь таким образом, тем больше вероятность, что вы окажетесь в аду. I will see. I will make sure. Я прослежу за этим. I will put a guard on the hell and say, these people who prayed more, they need to come. И я поставлю охранников на ворота в ад, и я скажу, что те люди, которые много молились, чтобы их забирали туда. Вы понимаете, что вы делаете? Вы повторяете грехи и вину, повторяете them постоянно. So many times you repeat that it becomes like a stone mark on your head. И вы повторяете их настолько много, что они становятся как камень на вашей голове. And you think that one day the God will come and forgive you. И вы думаете, что в один день Господь придет и простит вас. God has already forgiven you. Господь уже простил вас. You have not forgiven yourself. А вы не можете себя простить. And hell is only for those. А ад только для тех. Those who cannot forgive themselves. Кто не может простить себя. So. Those who could not forgive themselves. Поэтому те, кто не может простить себя. Those who are already in the hell. Они уже находятся в аду. So it's very important for them to do shraddh. Поэтому для них очень важно so делать шрад. So shraddh is more important for Muslims and Christians than Hindus. И шрад важен для христиан и мусульман даже больше, чем для индуистов. Because they have a strong hell. Потому что они живут в очень мощном аду. So need to make rituals. И нужно делать вот эти ритуалы. So at least they will get some direction. Хотя бы они тогда получат какое-то направление. One more thing I want to add you here. И я хочу сказать еще об одной вещи. To whomever you are making a ritual. Для кого бы вы ни проводили ритуал. In the evening when you go to the bed. А в конце дня, когда вы ложитесь спать. Like you were making for your grandfather. Например, вы делали для своего дедушки, для бабушки. Just send one message to them. Отправьте им одно сообщение, that they was wonderful people, что они были чудесными людьми. They have given a lot of beautiful things to their family. Они дали очень много прекрасного своей семье. And you proud of them. И вы гордитесь ими. And you wish, и вы желаете, that they move on their journey further. Чтобы они продвигались дальше в своем путешествии. Don't... Это все. And say them, don't worry about anything. You did everything wonderful. И попросите их, чтобы они не волновались ни о чем, что они все сделали прекрасно. Просто отправляйтесь в свое путешествие дальше, и они пойдут. They didn't do anything. Они ничего не делают. Okay, so don't get into this. At least before sleep, one a small prayer. Сделайте вот такую маленькую свою молитву перед тем, как ложиться спать. And if you can listen this Pitra Gayatri for all this period, it's very good. И если вы можете слушать мантру Питра Гаятри весь этот период, это будет очень хорошо. By today it will be on before evening. It will be already on YouTube, so you can. Мы выложим ее на YouTube до вечера сегодняшнего дня. We can share the links on our tap on the Instagram up. И мы опубликуем ссылку на эту мантру в Инстаграме. You can just replay and listen. Чтобы вы могли ее слушать. So this will help you. И это поможет вам. To be grateful for your. Выразить благодарность вашим предкам. Sisters, you are not doing something for them. Вы не делаете что-то для них. Don't think like this. Не думайте так. You are just doing it for taking their blessing. So it's for вы you. Делаете для того, чтобы они благословили вас. То есть вы делаете это для себя. Don't think that I am doing for my mother. Не she думайте, so что her, вы делаете для so своей great. Матери, no, она no, no. такая была хитрая, я вот такая. Нет. Она была чудесная женщина. И вы просто выражаете таким образом свою благодарность. Это очень важно. One thing I like about this, multi-god religions. А что мне нравится в религиях, где много богов? Actually, before Islam and Judaism and Christianity, everywhere was multi-god religion. На самом деле, раньше все религии были политеистические, и до того, как появилось ислам, христианство и иудаизм. And this beauty about this is и красота everything has a respect. В том, что всему уделяется уважение. In terms of God. В форме божества. Everything has a respect in terms of God. И мы всему выражаем уважение и почитание как к богам. Rivers, mountains, trees,
animals, рекам, everything. Деревьям, горам, животным, всем. But when this single God religion started to appear, но когда стали появляться монотеистические религии, they became fanatic and they destroyed everything. Люди стали фанатичны, и они стали уничтожать все. So now, you know, I just feel like they killed all these three fingers. И сейчас мне кажется, что люди как бы убили вот эти три пальца, отрезали их. And they only left one. И остался только один. And if you have only this finger left, а когда у вас остался только один вот этот палец, neither you will be in peace and neither you will let allow anybody to live in peace. Никогда вы не будете в мире и покое, не поможете никому жить в мире и покое. Like this, потому что если вы покажете его вот так, that's what the religions are doing now. Это то, что делают религии сейчас. They are showing each other fingers. Они просто показывают друг другу пальцы. There is no harmony. They cannot accept. Нету anybody. Гармонии, потому что они не могут принимать всех. Acceptance is the first quality of a spiritual belief, spiritual person. Принятие, абсолютное принятие, это первое качество, которым должен обладать духовный человек. And if acceptance is not there, и если у вас нет принятия, you see this country? Вы видите нашу страну? You see here church? Вы видите здесь церкви? You see here mosques? Вы видите мечети? Huh? Church, mosque, gurdwaras. Гурудвары. Different temples for разные different храмы religions. Для разных религий и богов. If Hindus was like Muslims or like Christians, если бы индуисты были как христиане или мусульмане, would you find any of these things here? Вы бы смогли это все увидеть здесь? Can you find a temple in Iran or Iraq? Вы много видели храмов в Иране или в Ираке? Or even in Russia? Даже в России. They call themselves Orthodox. Мы называем себя православными. Can you find a temple of a Krishna in Russia? Вы можете найти храмы Кришны в России? These poor chaps of Hare Krishna people, they are trying from last 30 years to build a temple in Moscow. Бедные последователи Хари Кришны последние 30 лет пытаются построить храм в Москве. Somehow they could build one in the St. Peter's, but that is also not in the name of temple, that was the name of cultural center. И один им удалось сделать в Санкт-Петербурге, но он называется культурный центр, а не храм. So single God religions are always dangerous. Монотеистические религии, они всегда очень опасны. Because they have no space for anybody else. Потому что они не дают пространства никому больше. Like in Spain, like in Italy, в Испании, Turkey, в Турции, Bulgaria. В Болгарии. You don't find anything else now. Вы не найдете больше church. Ничего, только церкви. Somewhere, mosque are carried. Где-то только мечети. Because acceptance is not there. Потому что нету принятия. Heart became so narrow. И сердце, оно сжимается и становится очень маленьким. This is not a humanity need. И это не то, что нужно человечеству. We are the higher. Only if we are ready to take care of everything. Мы будем расти только тогда, когда мы будем готовы заботиться о других людях. Dominator is not superior. Domination is not superiority. Доминирование не означает превосходство. There is a big difference between superiority and dominance. Есть огромная разница между превосходством и доминированием. One time Hitler also could dominate the world. А в один период времени Гитлер также пытался доминировать в мире. Он был превосходным человеком? No. Нет, конечно. So we are humans. Мы люди. The superior race. Мы высшая раса. It means we are humans. Это означает, что мы люди, who has to take care of everyone, которые должны заботиться обо всех остальных. Animals are depending on you. Plants are depending on you. Животные, растения. Humans are depending on you. Люди, все зависят от вас. Nature is seeking your help. Природе нужна ваша помощь. You see this Mandram Hill. Вы видите вот эту гору Мандрам? Before there was not even single tree. Раньше там не было ни одного дерева. И там было очень жарко всегда. Some beautiful humans, they started to put plants over there. И какие-то люди, они стали сажать там растения. Now it started to look more beautiful. И теперь она стала выглядеть намного лучше. If we are destroying the nature, если мы уничтожаем природу, then it's same way our responsibility to take care of it. То тогда мы также должны о ней заботиться. So I just in these days I want you to connect with your family. И в эти дни мне очень хотелось бы, чтобы вы соединились со своей семьей. And at least by the end of this 15 days, и к концу вот этих 15 дней, I want you to plant one plant at least for everyone, one family. Чтобы вы посадили хотя бы plant one plant at least.
хотя бы одно дерево для вашей семьи. Russia, если вы живете в России, вы можете посадить яблоню, например. And if you are not able, if you are already like in Yakutia or in north of Russia, а если already вы живете где-то на севере anything, и там уже все в снегу, you can just send us request, we can plant for you. Вы можете нам написать, и мы вам для вас посадим. At least one plant I want you to plant for your forefathers, for your family. Но я хочу, чтобы вы посадили хотя бы одно дерево для вашей семьи. Okay. So last day we will even after we will not have satsang on last day we will do ritual. В последний день у нас не будет сатсанга, мы будем делать только ритуал. And we will do plantation. И мы будем сажать деревья в последний день. 6 октября. Мы будем сажать в ашраме. There is a question. Yes. What I can do if I cannot be proud of my grandmother because she didn't want me to be born and she was putting like a black magic on my mother. Как мне быть, если я не могу гордиться своей бабушкой, потому что она не хотела, чтобы я родилась, и она наводила порчу на мою маму? It means she does not know the black magic. Это говорит о том, что она не знает на самом деле, как порчу наводить. And she did not put the black magic. И она не применяла черную магию. Otherwise you would be not born, в противном случае, вы бы не смогли родиться, и вы бы не задавали этот вопрос. Maybe just your mother could not be harmonized with your grandmother and think that she is putting something on you. И, возможно, просто ваша бабушка и ваша мама, они не могли найти гармонию между друг другом, и поэтому они вот так говорят. So this is not needed. Поэтому this is not needed to think that she put a black magic on you. И не нужно думать, что она наводила на кого-то порчу. If she put a black magic, you would not be born. И если бы она использовала черную магию, тогда бы вы не родились. It's true. Это правда. You cannot be born. Вы бы тогда не родились. So, first thing is she did not put any black magic on. Первое, это она не использовала никакую черную магию. Second thing is, второй момент. Whatever she did, все, что она сделала, it's her karma. Это ее карма. She disturbed her life. Она внесла беспокойство в свою жизнь. Why you are disturbing your life by thinking something bad about her? Почему вы вносите беспокойство в свою жизнь, думая, что она сделала что-то плохое? What she was doing is not in your hands. Все, что она делала, вы не можете за это отвечать. But what you are doing is in your hand. Но то, что вы делаете, это зависит от вас. You can just forget about it, okay? Вы можете просто забыть об этом и простить. If your friend do some mistake, если ваш друг делает какую-то ошибку, and you forgive your friend, и вы прощаете своего друга, she's your бабушка, she's your grandmother. А здесь мы говорим о вашей бабушке. Mother of your father. Она мать вашего отца. Or mother of your mother. Или мать вашей матери. It's like that higher rank. И она стоит намного выше вас. You cannot forgive her. И вы не можете ее простить. This is in your hand. Во всяком случае, это в ваших okay, руках. Her karma for her, your karma for you. Ее карма для нее, ваша карма для вас. Now what you are doing actually, you know? А что вы делаете на самом деле? By not forgiving her, you are creating a bad karma in your life, a bad energy in your life. Не прощая ее, вы создаете плохую энергию, плохую карму в своей собственной жизни. If she is alive, если она жива, go to her. Пойдите к ней. Take one clothes. Возьмите nice. Красивую ткань, возьмите подарок. With some flowers. С цветы. And some sweets. И сладости. And give to her. И подарите ей. And touch her feet. Дотроньтесь до ее стоп. And see her. И скажите ей. My grandmother, forgive me. Бабушка, прости меня. I understand how important you are in my life, я and понимаю, I love you unconditionally. Насколько ты важна в моей жизни, я люблю тебя безусловно. I say, if you don't feel also, do it. И я вам говорю, сделайте это, даже если вы так не чувствуете. Everything will change. И тогда все изменится. Even if she is not thinking good about you, everything will change. Даже если она плохо думает о вас, все равно все изменится. But if she is not there in the world, но если она уже умерла, come on. Тогда о чем мы говорим? Now at least everything in your hand. Сейчас все находится в ваших руках. Again, do the same. Сделайте то же самое. Take some piece of cloth. Возьмите ткань. Put some sweet on this. Положите на нее сладости. Flower. Цветы. If both are white, all three are white is best. И если все будет белым, это лучше всего. Go and put on the place where you have the
grandmother's graveyard is there. И отнесите это на кладбище, положите на ее могилу. Put over there. Оставьте это там. And join your hands or touch there. Соедините ваши руки либо коснитесь могильного камня. And ask forgiveness and say how much you love her. И попросите прощения и скажите, как вы ее любите. Hatreds becomes more if you give hatreds. Ненависть становится сильнее, если вкладываете туда еще больше ненависти. And love becomes more if you give love. И любви становится больше, если вы даете любовь. Choice is yours. Выбор ваш. What you want. Все, что вы хотите. If you want to get this hatred energy, если вы хотите получить вот эту энергию ненависти, hate people. Тогда продолжайте hate ненавидеть more. людей. Больше, больше и больше. But if you want to get love, но если вы хотите получать любовь, give love. Тогда давайте любовь. Forgive people. Прощайте людей. Move ahead in life. Двигайтесь дальше по жизни. On instant, if something happened, okay, happened. Если что-то произойдет на пути, ничего страшного, вы идете дальше. Move ahead. Вы двигаетесь вперед. Don't stop. Не привязывайтесь к этому. So don't spoil your life because of your grandmother's emotions. И не портите свою жизнь из-за тех эмоций, которые испытывала ваша бабушка. Создавайте свою жизнь. Say to yourself, I am born to be happy and healthy and joyful. Говорите себе, что я рождена для того, чтобы быть здоровой, счастливой и радостной. And I know you can. И я знаю, что вы можете это сделать. Okay. Хорошо? There is another question. If I have a few relatives for one day, so do I need to make the whole ritual for each of them from beginning till the end, or I can do it simultaneously for all three of them? And how to organize these cups and pots and everything? About the threads, can you explain about the thread? Thread? I explained already. No? It's the thread. Вопрос про шнурок. Like what you the question was how to make it. How to make it? А как сделать его? I need to take it out to me. Somebody need to get a thread. А дайте мне веревочку. Okay, yeah, give this thread. So suppose it's only for men, Это только для мужчин. Women don't need it. Женщинам это не so нужно. Women, видите, как женщинам men просто. So much, we'll do this, do а this, у мужчин столько правил, делайте это, okay, делайте вот food, это. Serve, that's enough. А женщина so может просто еду приготовить, всех покормить и все на этом. If in any karmakanda women make a mistake, it is forgived. Если в своей жизни женщина допускает ошибку, so то ее прощают. Поэтому не нужно волноваться. So вы берете любую ниточку, turn on your finger, вы оборачиваете ее вокруг пальца, отмеряете like this, вот так, like half of your chest, до середины груди. And then just make it like this is one round. Это один оборот. Like this, make three rounds. Вы делаете три оборота. It will follow me. Она снова упадет, но это не важно. It has come to you again. Then, so you made it. Вы сделали. So there will be two open edges. У вас будет два открытых конца. Hold these two open edges. Возьмите за них. And make it balance. Сбалансируйте, чтобы все было одинаковой длины. When you hold, just downside this one. И держите вот этими концами вниз. You can just put a knot. И просто вы все эти концы завязываете одним узелком. If you are in India, you can buy a janeu. А если вы находитесь в Индии, вы можете купить готовый шнурок. If you are not in India, you can just prepare one. Если вы не в Индии, вы можете приготовить его вот так. Put on your hands like this. Растяните его между руками. And tomorrow remember me about this. I will chant the mantra and they can wear. Or... И завтра напомните мне, я прочитаю определенную мантру и вы сможете or его you надеть. Know the Gayatri mantra, либо если вы знаете Гаятри мантру, you can
Okay, I can become your master for this, because this initiation is for only for masters can initiate you. И я тогда могу стать для вас в этом учителем, потому что only только for this ritual, huh? Don't только take me as a master. Для вот этого ритуала только учитель может вас провести. Пурбуаса татсавитур варенья варго девасья димахи дио йонаха прачодаят. And this knot will be downside. И через правую руку вы надеваете через шею, через голову, читая Гаятри мантру, и узелок должен оказаться it внизу. Will be weird like this. И вы носите его вот так. So when we do the Dev Tarpan, it will be like this. И когда мы делаем поклонение богам, он надет через правое плечо. Then we do change our direction to the north. Потом мы меняем направление на север. And then we just take it out from here. Мы снимаем. And put in the. Оборачиваем вокруг шеи вот так. Like this for Rishi Tarpan. А для поклонения мудрецам. Then we again take it out from here. Потом мы опять снимаем его через шею. And we put here. И надеваем вот так. Like this on this side. На другую сторону. For Pitra Tarpan. Для Pitra Tarpan. For the Pritri. Для поклонения предкам. And after this again. И после этого снова. You bring it back to the normal side. Вы возвращаете его в нормальное положение. Okay. Хорошо? This is not. This is called Yagyopavit or Janeva. Это называется Джанев или Ягьяпавита. This is not so. Это на самом деле не так важно. I am saying you. Я говорю вам. Because. You know, when some people, just some Hindu people will think, they say, you made this mistake. Потому что когда будут смотреть индийцы, они будут говорить, вот это неправильно, и то неправильно. No need to listen. Не нужно вам это слушать. I am saying the most important thing is you connect, you do. Я говорю, самое важное это то, чтобы вы соединились и то, чтобы вы делали. And then if you have some kind of desires. И потом, если у вас есть какие-то желания. I will slowly teach you. Я постепенно вас научу. This is only first time we are doing. Это мы делаем первый раз, поэтому все нормально. So don't need to worry about. И не нужно об этом волноваться. All your mistakes are already forgiven. А все ваши ошибки вам уже прощены. Okay. Хорошо? I make sure. Я в этом So this is я это проконтролирую. Могут ли люди еще присоединяться или уже не могут точно? Can some people join or it is already too late? No, no, they can join. But if their ritual is on first day, then they need to do it now only on the last day. И люди могут присоединяться, но если их ритуалы выпали на первые дни, то они их уже пропустили, они будут делать их в последний могут день. Могут ли люди сами узнать, на какие дни могут пропустить ритуалы? How people can know which days they should do the ritual? We already doing this job from 3-4 days. А мы уже людям рассказываем это 3-4 дня. 3-4 days we are working this. И мы высчитываем эти дни уже 3-4 дня для людей. We are inviting people to send their date of death. А люди должны выслать дату смерти родственников, и тогда мы им скажем, в какой день проводится ритуал. And then we are telling them which days will be the ritual. И тогда они знают, в какой день им нужно будет проводить ритуал. You can ask Masha. She's give me so much big list, and I'm all the time. Можете спросить Машу, она присылает мне большие списки, я их обрабатываю и пишу людям, в какие дни будут ритуалы. Even in the morning, I wake up and already her message was there. И даже утром я просыпаюсь, и у меня приходят сообщения. So I again answer. И я отвечаю на них. So we've been this job from last 3-4 days. I'm saying every time on Instagram to send your. И каждый раз я говорю, что вы можете прислать свои даты. И тогда я вам скажу, But в какой день будут ваши ритуалы. Но если люди не знают, в какой день умерли их родственники, тогда нужно просто записать их имена, и в последний день мы будем делать для всех. И онлайн был вопрос, если умерших несколько для одного дня, то как повторять ритуал для каждого отдельно, или можно делать это параллельно, и как организовать все вещи, и посуду, и все вот это делать. Смотрите. We are doing any time the ritual. We are doing it for your father if he's not there. Каждый раз, когда мы делаем ритуал, мы делаем его для вашего отца, если он умер. Your grandfather. Для вашего дедушки. Your grandfather's father. Для прадедушки. And your grandfather's grandfather. И для прапрадедушки. Same
the women on their side. То же самое для женщин по стороне матери. And on the mother side. И по стороне матери также это зафиксировано. This will go for every ritual, every time you will do. И это мы будем делать в каждый ритуал, который мы проводим. But in the end, но в конце, when I am saying that you can do it for your sisters, brothers, or somebody, я говорю, что вы можете сделать это для других родственников, для ваших братьев, для ваших сестер. In this time you can say. И в этот момент and do the ritual for them three times. Вы можете повторить имя вот этого человека, если он не был в том списке, который мы уже проговорили три раза, и сделать подношение для него. Like I tell you from me. Например, я вам скажу на своем примере. I do it from my all grandfathers. Я делаю это для всех своих праотцов. But my father's two brothers, they are not. Но, например, два брата моего отца, они умерли. So I have to do for them also. Поэтому для них я тоже должен сделать. So when I say do it for relatives. И когда я говорю, нужно делать это для родственников. This time I say their name and say. В этот момент я и называю их имена и делаю подношение. And do it three times for one person. Do it. Я делаю три раза для одного человека, три раза для другого человека. If you have two people, если у вас два человека в один день, тогда вы делаете два раза. Only thing is, if ritual is on that particular day, и если ритуал выпадает на определенный день, everybody should have two ladus. У вас должно быть по два ладу для каждого человека. So if you have three people's ritual, если in у вас one day, you need to have six ladus. Три человека в один день, тогда у вас должно быть шесть ладу. Okay. Понятно? Understand everything? Поняли? Another question is, why you do rituals for other people? It's my choice. Почему вы делаете ритуалы для других людей? Это мой выбор. Some things are my choice. Что-то может быть моим выбором. You cannot do everything what others are doing. И я не могу говорить другим, что им делать. Something should be my choice. Что-то я делаю просто по своему выбору. If Veda is saying to do the ritual for Bhishma, если Веды говорят проводить ритуалы для Бхишмы, Garud Purana is talking about doing the ritual for Bhishma. И Гарут Пурана говорит, что нужно выполнять ритуалы для Бхишмы. So, why? Because Bhishma did not have any sons. Почему? Потому что у Бхишмы не было сыновей. So, definitely he do not. There is nobody who would be doing for him. И определенно нет никого, кто бы выполнял ритуалы для него. So, there will be not only Bhishma who did not have any child. И таких людей, как Бхишма, их много, не только у него не было сыновей. So I do it for them who never had any child. И я делаю для тех, у кого никогда не было детей. So at least they can also get some kind of benefit. Чтобы хотя бы они тоже получили какую-то пользу. Okay. But it's my choice. I'm not asking you to do it. И я не прошу вас это делать. Okay. Any more questions? Yeah, if we want you to plant the trees, can we send the donation for this? Yes, of course you can send the donation. Если мы хотим, чтобы вы посадили за нас дерево, можно ли прислать пожертвование? Да, вы можете прислать любое пожертвование. Don't ask me how much donation, huh? И не спрашивайте меня, сколько прислать. This is something, our donation means you пожертвование означает give it with your happy heart and choice. Пожертвование, вы делаете это как ваш свободный выбор. It can be $1 and it can be $1 million or это может быть $1 или миллион, или 10 миллионов. Okay. Присылайте сколько хотите. И если не хватит, я добавлю. Если будет слишком много, я заберу лишнее. Okay. Хорошо? Не волнуйтесь. Thank you very much for being with спасибо, me. Спасибо, что вы были сегодня со мной. And tomorrow we will have a ritual again from 10. Завтра мы ритуал начинаем в 10. Those people who have tomorrow ritual. И те люди, которые проводят ритуал завтра. Then they can join us tomorrow. Присоединяйтесь к нам онлайн. And those people who are coming here. А те люди, которые приходят сюда и проводят ритуал здесь. I want you to come 15 minutes before. Я хочу, чтобы вы пришли хотя бы за 15 минут. So we can start exactly. Чтобы мы могли начать ровно в 10. I don't like to wait for anybody. Мне не хочется никого ждать. And I do not want anybody to wait because of me. И я не хочу, чтобы меня ждали другие люди.
Хорошо. Онлайн people are also there. Те, кто присоединяется онлайн, присоединяйтесь. So we don't want them to wait also. Мы не хотим, чтобы вы тоже нас ждали. Thank you very Спасибо much for вам. Being with me. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kashyati dukha bhag bhave. Om shanti shanti shanti. Chalo. Kam kata.